говорить. Я говорю, вопрос к Белгороду, прошу прощения. К Белгороду, какие вопросы? Какие вопросы? А сколько команд вообще предполагается вот в этом году было? Да в этом году будет. В прошлом году где у нас было перец? Ну, значит, я хочу пояснить. Ну, всегда очень мало. 5-6 команд. Извините, я хочу пояснить немножко ситуацию. В частности, я уже вот Алёк Крюкову говорил, и мы это положение будем делать в соответствии с положением на будущее вот Российской шахматной федерации. Ну, вы, наверное, знаете все, что у нас не будет теперь больше. Сложно сказать, чего не будет, но, в общем, так скажем, объединили командный кубок среди регионов и командное первенство России среди кубок. Теперь название официальное командный чемпионат России среди регионов, в том числе и кубок. Это соответственно, подождите, ну дайте я скажу, уже РЖФ приняло такое решение, что мы по этим правилам обязаны играть. Соответственно, первенство ЦФО, которое будет в Курске в этом году, положение мы уже так и готовы. Тем названием, которое будет. Потому что отбор в Курске уже идет на финал, который будет в апреле. Именно на эти соревнования. То есть первенство СФО среди регионов, сборных областей и в том числе клубов. Поэтому я думаю, что может быть с этим статусом в связи команда снизу носить. Тульская. Но когда фанаты некрасиво. Какая Тульская? Да. Так. Калуга. Тульская Калуга. Так, Тверская. Тверская отдает Калуге. Смоленская. Калуга. Рязанская. Калуга. Орловская. Калуга. Московская. Калуга. Липецкая. Калуга. Курская. Калуга. Костромская. Калуга. Залатирую. Калужская. Калуга. Теперь. Ивановская. Белгород. Воронежская, Калуга. Владимирская, Белгород. Брянская, Калуга. Белгородская, Белгород. Четыре задержатся. Да. Сроки приблизительно. Сроки сказать, да. Ну, сроки писали там ноябрь-декабрь же. Вопрос серьезный. Значит, какие вопросы к Белгороду? Можно сначала вопрос общий ко всем? Да. Если уж на то пошло, функция. Вот у нас есть два мероприятия, это мужчины и женщины, где требуется вполне определенный фонд призовой, вполне определенный приглашение, гроссмейстер, обеспечение там приезд. И, в общем-то, одни из наших требований к новому президенту, как раз обеспечение, если вдруг ничего нет, то вот кто у нас должен быть президентом, он должен, так сказать, обеспечить проведение вот этих двух знаковых мероприятий. Поэтому я бы считал, ну вот смысл такой, вот выдвигается там сейчас там Иванов, Петров, Иванов это дрицарь. Не, все нормально. Петров. Петров, а не Иванов. Да, кстати. Человек со стороны, ну вот Пупков. Есть такой же вот на сайте, на движение. То я хотел бы его спросить. Давайте. Это другой вопрос. Это тот самый вопрос. Это тот самый вопрос. Вопрос финансирования. А то понимаешь, это самое. Он должен взять себе обязательства, так он и должен провести. И ему выгоднее проводить не в Белгороде, а у себя в Рязани. Конечно. Почему тогда мы сейчас голосуем за него? Я говорю, мы все делаем непрофессионально. За детей мы вместо ДЮК, за судейскую я птицы ставлю. А за это, значит, мы решаем президента этого права. Почему? За мой за здравый смысл. Пущина, пожалуйста. Соревнования, призовой фонд ЦФО женского обеспечиваю я лично из своих личных средств. Я могу на чемпионат ЦФО поднять, я в заявке указал 30 тысяч, но я могу поднять до минимум 100 тысяч рублей призовой фонд женский. Плюс я могу обеспечить еще дополнительно онлайн-трансляцию шахматных партий чемпионата ЦФО на сайт. Вот он сейчас, мы уже проводили пущинскую осень, этап Кубка России в городе Пущино, где была онлайн-трансляция всех партий. Это очень привлекает участниц соревнований. Это как бы дополнительно еще к той заявке, которую мы предоставили. Так, вопросы. Вопросы, пожалуйста. Вот здесь написано, следующий, если мужчина опять пущен. А нельзя сразу одновременно два... Да, и еще одно условие. Я бы хотел мужское и женское первенство, конечно, проводить совместно. Да. Это по многим причинам считаю лучше. И при этом онлайн-трансляция, соответственно, на всех, и призовой фонд мужского чемпионата тоже будет. Значит, еще раз, у нас заявки идут отдельно, то есть... Ну, вот я считаю, что это не прошу, еще такой вопрос, надо задать. Если
вот за вас проголосуют сейчас за женщин, но по мужчинам вы не пройдете. Вы все равно проводите? Нет, я тогда не буду проводить, я тогда буду вынужден отказаться. То есть вы готовы проводить женщин только при одном условии, что у вас будет сразу оба соревнования? Оба соревнования, женское и мужское. Все, спасибо. Так, какие вопросы еще? Еще к товарищу Безгиревичу. Есть? Так, Орел. Орел, правда, кажется, должен был все представлять Андрея Лунева, потому что он очень хочет у себя проводить это соревнование, не знаю почему, кажется, женское. Даже, кажется, насколько я понял, он знал, что женщин не собирается брать, призовой фонд сухой устанавливает. Поэтому, пожалуйста, вопросы Лунева, он постарается ответить, но, к сожалению, я думаю, насколько он будет, сможет на все, что президент у них там, конечно, лучше владел этой информацией. Пожалуйста, какие вопросы? Какой самый вопрос по призовому фонду? Какой фонд обещали же, да? Призовой фонд обещали. Какой? А мужской вы бережный просите, нет? Мужской. Нет, мужской не просим. Просто один раз. Да. Мужской пропущен. Это вот тут рассматривается связки упущены. Нет, ну при чем? Когда Пуша так сказала, у нас другой еще не знаю, который тоже один. Да, Пущин, это еще раз, это Николай, Николай, я правильно говорю, что у вас за взрослым женщинам брать не будете? Да. То есть взносы не берете и устанавливаете призовой фонд. Какой там у вас был взрослый? Значит, как? Давайте сверху вниз. Идем сверху теперь. Белгородская. За что, Алсен? За женщин. За женская. Да нет, давайте снизу. Брянская. Орел. Владимирская, Пущина, Воронежская, Пущина, Ивановская, Орел, Калужская, Орел, Калужская, Орел, Костромская, Заугнич. За что вы? Угнич. Угнич? Да. Курская. Орел. Липецкая. Орел. Московская. Пущина. Пущина, естественно. Орловская, Орел. Рязанская. Орел. Смоленская. Пущина. Надеюсь, не знаю. Тверская, я смотрю, Тверская. Да, Орел. Тульская. Орел. Орел. Ну, Ярослав, наверное, Заубич, коли он... Да, Ярослав же Заубич, но... А нет, уже... это не ну, могут. Ну как, ну они заявились, они заявились. Но все равно, ну нет, ну не надо. Так, внимание. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 голосов за Орел. 4 за Пущина. По одному за Угнича и Белгород. Вот, господа, вот вам не кажется, предлагается 100 тысяч призовой фонд для женщин. Да, мы уйдем туда, где 30. Есть прекрасные условия, такие и в Орле, наверное, прекрасные. Все, проголосовали. Ну не вот, Цифоза не мужчин, Белгород Пущина. Вот это серьезно. Нет, Пущина снимает заявку в связи с тем, что не может проводить женский. Пущина сняла заявку, отмечает. Можете отметиться, что Пущина не может. Все, вы не собираетесь мужской протокол? Запишите, пожалуйста. Белгород все протоколе. Ну все равно голосовать будет. Называется, если еще протестное голосование, правильно? Да. Если будет больше половины против Белгорода, тогда организуем новый тендер. Поднять руки. Одного города, что было? Кто? Нет, вопрос, посчитайте, пожалуйста. Белый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Все. То есть не голосовать. Все. Конечно, какой смысл? Прежде, товарищ молодец. Вопрос. Я крестики ставлю. Крестики. Крестики. Ну ты можешь сначала встать и выставить на вопросы. Нет, вопрос. Значит, вопросы. То, что написано на сайте, не честно. Не надо. Я так понимаю, вопрос такой общего характера. Проведение будет там же, где и в прошлом году. Да, там написано. Все, то есть, на сайте все написано. Все знают. Поэтому, пожалуйста, вопросы, какие к Солонцу будут? Ну нет вопросов. Вопросов нет, спасибо. Следующий у нас Белгород. Так, где у тебя будут жить? Вот, тебе говорят. Все написано в положении. Ну, я вопрос тебе задаю. Я не читал. Ну, так заявки читайте, все написано в заявке. Ну, вопрос тебе, где будут проживать участники? Читайте в заявке, еще раз.
все написано. Я такое впечатление, что люди приехали сюда некоторые. Ладно. Нет, насколько утверждал Владимир Ильич, что все проработали, приехали с мнением. Все да. Должны проработали. Все. Мне... Ну ладно, нет вопросов к Белгороду. Все. Лужки Московского, пожалуйста. Значит, какие дополнительно да, мы сумеем, я так считаю, и наш президент Михаил Витальевич Крюков тоже считает, полностью провести обсчет рейтингов всех детских соревнований. Ну я ошибся, до 8 лет, какие там рейтинги? Нет, до 8 лет. А, до 8 лет. Все, я придумал соревнования. Нет, тут только принимаем чемпионов своих областей. Вопрос... Принимаем полностью бесплатно. Вопрос какого плана? С питанием. Не чисто тульский. Просто, как говорится, тут написан зеленый шум. То есть это самое плохое. Нет, Лужки написано. Лужки, Свердловский район. А Лужки, все, прошу прощения, это нормальное да. Место размещения. Мы принимаем своих чемпионов. Нет, так, извиняюсь, просто в Лужках какое? Пятиэтажное? Нет, где три корпуса, трехэтажные, двухэтажные, там не три, там больше. Где вот и было чемпионат Свердловска. Я знаю, я сидел в своих... Это дальние пионерлайн. А я помню месяц. Конец мая. Конец мая? Да. Зеленый шум. Нет, нет, Лужки есть. Это мы до 8 лет говорим. Нет, как такой конец мая? Конец мая первенства России. Это что? До 8 лет? Сказали, что мая. Договорились. Все, конец мая. Так, какие вопросы? Все, вопросов нет. Значит, так, прошу, сверху вниз. Нет, в Туле есть первый Тульская. Тульская? Тульская, быстро. Владимир Ильич. Орел. Владимир Ильич. Орел снял. Орел снял. Слушайте, а можно мне последний высказаться? Нет, первый говорит. Кто-то должен быть. Там я первый говорю. Тут... А то скажут, что Фрамиев там влияет на кого-то. Ну давай тогда. Значит, он влияет. Белгород, я первый. Тульская организация. Зачем надо? Ну ладно, все. Тула, Белгород. Тула за Белгород. Так, Крёвская сказала, Смоленская. Лужки. Лужки. Рязанская. Белгород. Белгород. Орловская. Белгород. Белгород. Московская, понятно. Липецкая. Белгород. Курская. Белгород. Костромская, Лужки. Калужская. Белгород. Ивановская. Белгород. Воронежская. Лужки. Лужки. Владимирская. Без ответа. Ну как, без ответа? Лужки, Брянская. Нет, просто... Белгородская? Белгород. Просто в декабре, когда было, Михаил Витальевич воздержался, пригласил президента, он сказал, что он голосовал против. Но как-то я не понял. 8 голосов за Белгород, 5 голосов за Лужки, и один голос ушел в суд. Владимир Ильич. Да. Я все-таки поддерживаю предложение, чтобы голосование по этому вопросу было происходило после совещания детской комиссии. При чем тут детская комиссия? При чем? Почему детская комиссия? Ребята, все было выше на сайте. Я уверен, что многие федерации не разговаривали даже своим представителем детской комиссии. У нас все будет вывешено на сайте. Мы опять делаем... Нет, Надежда Грабли сейчас нас уже. Надежда. Грабли, пожалуйста, кольца. Значит, ну, вам нужно. Все. Значит так. Давай проголосуем по поставку. Нет, есть предложение. Есть предложение. То есть, Юрий Алексеевич, какое ваше предложение? Мое предложение провести все-таки совещание с участием, вот это совещание с участием. Какое совещание? А где все? Где их взять? Они, в принципе, раньше как-то они все отдыхали. Это все голосование проводили в ЛОО. Они все здесь сейчас. Я известно, что мы сейчас. Мы не пригласили никого. Было бы, например, там, они сейчас. Значит, у меня. Я во всем знаю. Давайте тогда совещаться с женскими комиссиями. Переголосовывать женщин. Давайте так. Уже у меня было месяц, если вы все имеете. А не замечательно. Сергей Валерьевич. Нет, есть предложение. Давайте еще. Любое предложение, и надо ставить голосовать. Правильно? Подождите, Сергей Валерьевич. Давайте мы вот уже так.
так, ну, может, правильно, неправильно, но мы собирали заявки. Мы уже сделали какие-то правила. Пускай они будут в чем-то у нас неправильные, но давайте их придерживаться. Просто вот если мы будем соблюдать всегда правила, мы будем по-нормальному. Пускай они... Подождите, Юрий. У нас будет сегодня конференция. Вот сейчас вот сегодня. Давайте на конференции мы поднимем этот вопрос и утвердим на конференции. Давайте. Да. Все, более того, сейчас 8 числа на конференции. Сейчас давайте не будем ломать. Утвердили одно. Что? Там было очень больше две подписи. Председателя, то есть президента так. И председателя ДЮК данной области. Давайте так. Относительно 8 июля. Для тех... Владимир, давайте не будем спорить. Если так вот у нас будет как раз избрание председателя ДЮК, я все скажу. И, кажется, но сейчас у нас вопрос стоит. Перестав действует 18 лет. Ну, давайте все, сейчас, давайте. Судно, Белгород. Поступило предложение. Юрий Черносаев, три кандидатуры. Голосуют людям выбрать на сайте. Большинство голосуют. Юрий, на сайте уже висел. Ну что вы говорите? Голосование первенца ЦФО сейчас. Кто за то, что пройти первенца ЦФО сейчас? Прошу голосовать. Голосование. Сейчас. Первенца ЦФО пройти сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. Все. Кто? Вот 13 человек присутствует. Вот здесь дайте поименный список, пожалуйста, в протоколе. Еще раз, Нет, я просто прошу, поступило предложение провести голосование. Все. Подождите, от Мешкова просил проголосовать по этому предложению. Так. Вы поставили немножко по-другому вопрос. Что кто сейчас? Да. То есть без учета детско-юношеских комиссий, которые Я вам прочитал письмо. Это не потому, что это не в адрес Сан Саныча, не в этом дело. Любой из тех, кто проводит детское соревнование, может столкнуться с проблемами. Чтобы не было такой большой ответственности на нас, наших голосов, я предлагаю вынести этот вопрос на сайт. Юрий Алексеевич, и вы столкнетесь с другой проблемой, когда... Это не важно, по крайней мере, это вас. Когда до снега осень доживет, как человек до старческих седин, укройтесь вашим пледом поплотней и разожгите в комнате камин. Еще набейте трубку табаком, чтоб сумрак...